Стоите просто группкой. Дальше в четверочку. У нас идет процесс репетиции, подготовки к спектаклю «Ромео и Джульетта» в постановке Алексея Ратманского. Всем безумно интересно. Талантливейший человек, яркий человек. И не просто некая фантазия в форме, в какой-то, знаете, формате абстракции. Нет, содержательно. Умение раскрыть внутренний мир человека, почувствовать характер этого человека, образ. Это рука наверху, а потом вниз. Вот начинаете внизу, потом она поднимается, да? А потом вот с этой стороны, вот на эту сторону. Да? Его язык вот хореографический мне нравится тем, что, вот во-первых, базовость его хореографии – это прежде всего классика. И на базе этой классики он настолько изобретательно придумывает и сочиняет хореографию, что она красивая хореография, она логичная, она органичная. Угу. Здесь вот это немножко глубже. Я думаю, что сначала идет нога к себе, потом идет ролеве, и потом идет... Когда вы приходите в зал, и хореограф, постановщик четко, ясно показывает сам, объясняет, но больше показывает, ну, конечно, это восторг для всех артистов, потому что таким образом сразу улавливается, чего он хочет. Стоп. Катерина, то же самое. Начинаете падать, и в самый, с помощью Влады, да, самый рискованный момент чуть-чуть замедлить потом. Вот вы видели сейчас, да? Прыгал, скакал, так и хотел сказать, ну, выйди и станцуй Джульетту. Так что удачи нам всем.